пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и прежде всего хочу сказать, что я буду не самым бодрым в этом выпуске, потому что, к сожалению, приболел, и два предыдущих дня сопровождалось высокой температурой, 39,6,7, капец. Я, в общем, желаю вам всем не болеть, здоровья. Всего лишь, пожалуй, 36 побед в прошлые выходные, и это Элита 1. 125 тысяч монет, 2 пака за 100к и 2 пака по 3 информа в каждом. Оранжевые карточки Канте, Соне и Сане, зеленые ирландские карточки, как обычно, Saint Patrick's Day и... Команда недели. Команда недели, которая на этот раз не отличается суперзвездными игроками, тем не менее есть пару симпатичных исполнителей, например, Эмре Джан. Этот парень бы очень даже неплохо вписался в любой хороший коллектив, потому что характеристики очень симпатичные, согласитесь. Ну что ж, открываем первый пак за 100 тысяч. Без волкаута. И нифига, даже зеленой карточки нет. О-о-о. Вот это позитивные эмоции, спасибо ей. Ни одной зеленой карточки. Я вчера смотрел в Твиттере у ребят, просто по 4, по 5 карточек в одном паке вылетало. А у меня, как обычно, официально Ёжик самый нефартовый парень, который открывает паки. Какие отвратительные игроки мне выпадают. Я фикселить этих игроков не стану, потому что сейчас есть Squad Builder Challenge, там прикольный, и с зелеными карточками, где можно получить дофигища монет, но нужны зеленые карточки, а у меня их нет в паке за 100к. Фух, второй пак за 100к. Опять без волкаута. Ну, звездочка уже побольше. И это Вертонген. Альдервейльд. Лопес, Портьело, Вела, Маркиньос, Хонда, Вермален. Просто ужас. Дайер де Майо. 6 информов. Первый из них, давайте вот этот откроем справа. И кто у нас здесь? Банега, вот это неплохо, друзья. Это очень даже неплохо, я надеюсь, что там, ну, хотя бы 1070-80, все-таки симпатичные характеристики. Банегу любят использовать в серии А. Кентеро и Ланг. Да, почти 100к, 96, 95, 93. Кто у нас во втором паке? Жилет. Как обычно. 270 тысяч, это то, что я заработал в данный момент, но если я еще продам фиксельных ребят из двух паков за 100к, то это еще пару десятков тысяч, и поэтому по итогу там будет тысяч у меня 300-310, что самое обидное, наверное, ни одного зеленого игрока в паках за 100к. Давайте все-таки испытаем мою удачу, я отдаю ненужные мне красные информы, плюс 2 бронзовых игрока, которые там не стоят вообще ничего, и 2 зеленых карточки, которые там по 20 и 21 тысячу, соответственно. В итоге я 42 тысячи монет меняю на что-то. Что это будет, я не знаю. Я надеюсь, что это хотя бы там 50-60к, что я на этом заработаю. Сейчас посмотрим, и вы, собственно, будете понимать, стоит вам пробовать или нет. Хотя, учитывая мою удачу, да. Так или иначе, поехали. Я теряю 20 тысяч. С вами был Ёжик, я иду ложиться отдыхать, потом спустя некоторое время возьмусь смонтировать видос и выложить его вам. Надеюсь, он вам понравится. Ну и желаю удачи в ваших паках и, конечно же, здоровья. Не болейте, а то весна пришла, вирусы всякие ходят. До встречи и всего хорошего.